А канцлеру Германии пришлось давать показания в деле о дизельном скандале в Бундестаге. Ангелу Меркель допрашивала комиссия, которая расследует дело о манипуляциях концерна Volkswagen. Напомню, на автомобилях этой марки было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать данными о выхлопах. Специальная комиссия должна была выяснить, насколько правительство Германии было знакомо с этими ухищрениями и какие меры предпринимало. Канцлер выступила в деле как свидетель. Она заявила, что узнала о скандале в 2015 году из прессы и призвала министра транспорта сделать все, чтобы пролить свет на это дело.